Ну, не могла удержаться. Иду на второй этаж. Лестница бетонная. Ой, Господи, помоги. По-моему, я боялась только пауков и высоты. Тут вроде пауков нет. Ну, как-то тоже страшновато. Ну, если что, я буду кричать. Кто меня услышит, неизвестно, но... Тут даже состояние получше, чем на том этаже. О, конца края нет. Конца края нет. Вот это помещение. Ой-ой-ой. Май год. Я тут вижу, что двери вынесли в коридор. Выломаны двери. И немножко мусора. Так, что-то дальше я уже не готова идти. Ну вот, говорю, Господи, найдись мужчина, который будет со мной ходить по всем вот этим помещениям. Не находится. Ой-ой-ой-ой. Ух ты. Он и не тиктокер оказался. Так. Ну так посмотрим. Ну нормально все, и на втором этаже тоже все нормально. Ничего такого здесь я не вижу страшного. Ну, немножко мусора есть. Это даже вентилятор еще работает тут. Тут немножко мусора есть. Ну, в целом, на второй этаж тоже зачет. Все в нормальном состоянии. Так. Так. Мы примерно сориентируемся, какая длина. Да, не маленький объект. Очень не маленький. Ну, уже еще два этажа вверху. Ну, я на них подниматься не буду. Мне хоть бы лестницу найти. И по лестнице спуститься.